Дорога здесь пробита сквозь блокаду, и нам другой дороги не найти. Никогда не забудут слов этой песни бывшие летчики и моряки, солдаты и водители машин, ветераны легендарной Ладожской трассы. Сегодня они собрались здесь, в поселке Осиновец, на торжественное открытие музея дороги жизни. Командир Ленинградской военно-морской базы, вице-адмирал Леоненков, и бывший командир Ладожской военной флотилии, вице-адмирал в отставке Чироков, говорили о беспримерном мужестве защитников и тружеников дороги жизни. Ладожских волн нет обелисков героям, но жива их слава, жива память о них. В залах музея перед посетителями предстает героическая история дороги жизни. По этой дороге за время блокады было перевезено свыше 2 миллионов тонн груза. Ветераны помнят, как доставлялись в Ленинград эти грузы. Боеприпасы и оружие, продовольствие и медикаменты. Их посылала Ленинграду вся страна. Туркмены и башкиры, армяне и узбеки, киргизы и буряты. Всей стране. И об этом также рассказывают экспонаты музея, принадлежит величие этого подвига.